Значит, мы сейчас зону объезжаем справа. Зона объезжается справа, а потом влево. То есть мы полностью весь поселок обходите, минуем вот зону, этот конец поселка, обходим стороны, справа. Да. Зоны. Да, да, да. Да, то есть справа, а потом налево. То есть вы обходите... В речку как там входим? В речку входите, там все очевидно, совершенно считается... Мы там не заблудимся. Нет, нет. То есть, сейчас я скажу, зона представляет собой вот квадрат, да? Да. Вот он, да? Вы подъезжаете вот к этому углу квадрата и едете не вот сюда через горку и не вот сюда через зону, а делаете вот так. То есть вот тут крест стоит, да? Вы едете сюда, вот сюда, да? И вот сюда. Я понял. И вот, въезжаем в реку. Да. Дорога идет по речке. Здесь вот выезжаете на отмель. Ну и, собственно говоря, дальше поехали, поехали, как обычно. Ну, там так. Очевидно, да, там а очевидно. Потом держаться левой стороне, левого берега. Это первый вот этот брод держаться. Понял, понял. Когда после зоны вы выйдете. В общем, скажу так.